Вот он. Сегодня решил испытать я, как ездить с Андрюхой. Вот, приезжает народ, конкуренты. Конкуренты просто. Нормально это? Здорово, бородач. Привет. А ты свой сбрил уже бороду? Там жена постаралась. Жена постаралась, пока спал. Ну, пока спал, представляешь? Вот это не кисло. Очередь, здесь очередь, а? Здесь везде очереди. О, что-то слабо. Что-то слабо у вас, Андрюха, что это? Что это? У тебя сигнал сломался? Ты слышал, что воет как-то у тебя? Валерий, ну что ты такое говоришь? Это сигнал, что ты мне ставил. Я ставил? Да. Я не мог бы себе позволить испортить камеру таким сигналом. А ты мне говоришь, что это круто. Да? Это не круто? Блин, может я пьян был. Но я же не пью, значит ты пьян был. Да, да, да. И тебе показалось, что это круто. Ну, ты меня легко уговорил. Да? Да. Ну ладно. Ты участвовать? Да, конечно. А, я смотрю, ты даже ее не мыл после... Не-не-не, это же чемпионская грязь. А, я забыл же, да. Вкусили вы вкус победы, да? Сформулировал. Ну, не, ну, торпеда, Тойота, ну... Поэтому, наверное, база Тойоты. Покрашен, еще ветками не исполосован. Ну, красивый. Это газон, а? Участников так прибавляется, но немного. Крыза. А что нам скажет начальник транспортного цеха, эксплуатируя один номер бортовой это на два автомобиля? Это как такое может быть? Вот. Это у них клуб, не поймешь, как... то ли любителей ленд-крузера, то ли номеров. Я думаю, что это клуб любителей номеров. Это номеров как в этом самом, в Америке. Нам одни номера выдали, а спереди там нет вообще. Ну что-то странно. Что-то разница есть, хоть и двойники. Совпадение. Вот, слышишь, если бы у тебя был бы номер это Black, а у него White, это было бы круто. White, Black, White? Да. А то уже не дадут второй White, видишь, уже один есть. Я думаю, дадут. Идеальная тема. А ты можешь написать White, а ты можешь написать White лох. Вот, вот чего мы второе место заняли, у него 30. Опа, расширители такие моднявые. Так, так, так. Штурман грамотный. Это уже залог успеха. Ярик, а на своей уже невыгодно ездить, да? Моя не готовая. Где-то я тебя недавно видел в Киеве. Да, блядь. Где ты меня недавно на Киеве видел? Да, видел, видел. Ну, твою машину, по крайней мере. Ярик, машину попутал. Это Дезик, чтобы лучше пахло? Вот это я завидую, у заводы, блин, они есть всегда. Какая бы крыза ни наступила, они ездят на все покатухи. Да, ломаются и опять. Их ничем не побороть уже, то есть. Этих нет. Главное, вы мой багажник и второй у вас. Опа, а я где-то эту машину видел на картинках когда-то, очень-очень давно. Да. Где наклейки? Подождите, это ж Паттайя! Это ж круче не бывает! Видел, что мы так медленно едем? Главное сохранить технику до старта. Вот видите, что у человека новый ребята, трос, видите? Учитель. А? Всю ночь ставил трос? Я тебе звоню, говорю, где этот, блин? Да. Я подождал. Конкуренция все больше и больше. Кто-то знает этого человека. Я приехал отметить, что я здесь и сейчас приехал. Едем обратно, на асфальт не ждем. Это обучает украинскому языку, да, то есть русскому. Я майцев, да? Чуть-чуть назад сдай. Вправо руль, вправо руль, стоп! Стоп!
знаю, что делать. Афи, ты пройдешь там. Право, руль, вправо. Давай. Вот точка. Рафик, потом намотаешь, давай съезжай. Да, блядь, подожди, не спешите. Давайте стулья съезжать. Давай. Съезжать, блядь. Ищу штурмана, не справится, убью. Смотри, он специально ходит, блин, как-то это... Как фотограф. Как невеста, блин, не сватанная. Не, ну Голливуд же ж дышит. Леха! О, Валера наконец-то с камерой. Леха! Я здесь, кто да, здесь? Да, а? Да. Смотри как. Да похрен, давай, руль вправо и поехал. Андрюха, подготавливайся, на старт, давайте, ну что вы замедлите, ну давайте. Да, у нас есть еще Red Bull и Monster, дайте еще две банки. Видишь вот это опущенное дерево, только на него и смотри. Слушай, а если вправо и... Давай вправо. Влево сюда? Ну ладно. Нет, вправо, никого не слушай, меня слушай, Рафик. Чуть-чуть вправо, не сильно, не сильно. Сейчас давай будет... я отпущу хоть сейчас. Сейчас будет ступенечка, аккуратнее, Рафик. Пенька будет, Раф. Похуй, только лишнее жопу давай, назад. Жопу, да, давай, давай, назад, давай. Жопу туда, на ту сторону. Вот, давай вперед. Ага. Молодец, молодец. Давай, круг в руль влево и газуй. О, хорош. Это он нам специально копает. Сейчас это будет. Что он делает? Вы не знаете? Что ты делаешь? А, ну ты давай бежать. Вот сюда давай. По стройкам ездить, блин, а? Ну что это за гонка такая? Вот это он не бережет машину. Хорошо, когда машина не своя, да? А что она не едет? Накачанные колеса? Да ну нахуй, Андрюха. Дети в кадре. Да что он тормозит? Газу! Короче, заезжай туда, где заезжал. Андрей, туда заезжай. Заезжай оттуда вот туда. А здесь сверху не кажется, что такое, да? Накачанные колеса. Вот так. Вот мы передвигаемся. Меня сзади, как агронома, возят. Надо было пойти все-таки закончить высшее образование на агронома. Чувствовал бы себя в своей тарелке. Жесть! То Андрюха лишил здесь... Да, вот здесь сейчас проверим, заезжаем. Это финиш! Финиш! Леточка, 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 нет ее! Миша, Миша, лишай дядю прав. Прав лишай сразу. Да так еще по ноге заедет и так и переедет. Во. Так надо... О, давай он там проедет. Сейчас тест-драйв будет. Перелетит? Нет, брустер. Давай, выставляйся. Нет, со скоростью перелететь. Ого, права надо забирать. Он ходил по белому здесь. Ну да, на таком дома не погоняешь. Мощное, блин, такое. Колеса хорошие, блин, как хорошо идет, а?
Что-то здесь творится, суматоха. Блин, я хотел тут добраться, но не пойду. Давай, кто должен? Давай, 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 давай. Все. А что это, тихоход врезался? Задом сдавал. Задом сдавал. Обогнал. Ого. Да, неожиданно. Она ехала, лимиты, да? Есть СТО. Финиш. Вот он. Вот что это за соревнование, а? Что даже хайджек ни разу не достали. Блок ни разу не достали. Огнетушитель ни разу не достали. Ноги сухие. Аптечку даже не ложили. Можно своей тете передам привет? Какая тетя? Тетя Марина, я вас очень люблю, передаю привет вам. А то вы так переживали и наконец-то у меня такая... А сейчас будет рекламная пауза. Блин, бородачи, а? И Санька уже бороду. А что у тебя седая? Сколько тебе лет, что у тебя седая борода? Я прозрачная. Он просто на уваге. Танцуй. Танцуй, давай. Только Сань, сюда нет. Добрый день. Красота-то какая. Ах. Все, хватит издеваться над беременной женщиной. Кокс! Кокс! Как я уже устал в лагере сидеть. Когда уже будет награждение? Пойду у Никиты разведаю. Почему у него сегодня шиномонтаж? Ух ты, здесь не только Никита делается. Сейчас клуб самураев хотят мне показать свои нанотехнологии. Да, ну давайте, показывайте, что это у вас. Новая сверхсовременная разработка, нанотехнология. Так, подождите, а вы... Тут турборежим. Это вы привязали, это блокировка педали газа, да, так называемая, да. Жесткая. Тут турбо. Подожди, это вы вот так привязываете газ и толкаете твою машину, чтобы ее завести, правильно? Ну, конечно. А она утекает от вас? Или у вас раздатка здесь модная, 1:5, да, я так понимаю? Не, это уже... Наверное, барышня ездит на машине, да? Олег! Вот и прошел тихоход квест. Так, слышишь, надо фотографию сделать с хайджеком, с Димой, с этой... Ты сделаешь фотографию? Мы станем на фоне... Этого. Прокопенко, Андрій, Рубан, Дмитрий, Ефімов, Валерій. Дімо! Перше місце Дімо. Категорії ТР-3. Ого! Давай однако. Зробимо фізику.